Беларуси чествовали первых комбайнеров-пятитысячников. Планку перешагнули аграрии Минской области. К слову, регион на второй позиции в рейтинге жатвы. Лидирует Гомельский. Всего же убрано 87% площадей. Средняя урожайность – почти 38 центнеров с гектара. В стране упростили получение разрешения на постоянное проживание. Касается это жителей приграничных государств, которые этнические белорусы, либо имеют корни в республике. Их ходатайства рассматриваются в ускоренном порядке – до 30 дней. Уже принято больше 20 заявлений от граждан Прибалтики и Польши. В белорусских школах с 1 сентября появятся новые факультативы. В списке межпредметные грани математики, в мире техники и технологий, мое психологическое благополучие и помощь сверстникам в кризисной ситуации. Педагоги будут использовать дискуссии, игры, выездные занятия, онлайн-семинары и вебинары. В Бобруйске ввели запрет на посещение лесов. Всего в стоп-листе 115 районов. Штраф до 384 рублей. Если массиву будет причинен ущерб, то сумма вырастет до 960. Предусмотрена и уголовная ответственность. Следить за изменениями можно через интерактивную карту Минлесхоза или приложение МЧС Беларуси «Помощь рядом». В парке культуры и отдыха в субботу пройдет конкурс «Играй гармонь». Начало в 12 часов. Заявки на участие принимаются до 25 августа по адресу Интернациональная 45А или на электронную почту. Можно выступить дуэтом.